Любой музей является хранилищем истории, но не в каждом музее эту летопись можно услышать. Истин, эфирки көрсүйден саңа бериге саха асысыр көйтуратын үтелі өлігетін. Путешествие по времени из музея радио и телевидения мы отправимся в 1930 год, когда впервые заговорила якутское радио. Какие события в то время были знаковыми? Пятилетку в 4 года. С таким лозунгом встретили трудящиеся Якутии 1930 год. В это время в Якутск поступила первая партия кангалакского угля. Также были запущены лесопильный, кожевенно-обувной и кирпичный заводы. В Алдане началась эксплуатация Амур-Якутской автомагистрали. Прибыла первая партия грузовых машин и открыл свои двери горный техникум. В горном техникуме Алдана воспитываются молодые разведчики золота, будущие мастера растущей золотой промышленности. В пригороде Якутска ударными темпами началось строительство первого якутского аэродрома. С развитием авиации назрела острая необходимость создания гидрометеорологического бюро. Именно в 1930 году в Якутии широко развернулась коллективизация сельского хозяйства, и к осени в республике было создано 386 колхозов. На огромной территории Северного края работало всего 3 трактора. Лишь к 30-му году завезли еще 8 железных коней. В связи с этим появилась возможность обучения механизаторов. На первых курсах этим мастерством овладели 60 посланцев якутского комсомола. Кроме этого, начали проводить курсы и для водителей автотранспорта. Более 2000 километров Великого Северного морского пути пролегает вдоль берегов Якутии. В летнюю навигацию через Северный морской путь из Архангельска впервые отправили караван судов с товарами для северного региона. Тем временем в столице Якутской республики началось еще одно нововведение – мощение улиц города деревянными чурками. В населенных пунктах Якутск, Вилюйск, Алекминск, Верхоянск, Булун и Среднеколымск ввели всеобщее обязательное обучение детей 8-летнего возраста. Из этого же периода сохранились уникальные фотографии участников первого всеякутского слета юных пионеров и первой общегородской физкультурной конференции. В это же время началось формирование районных газет. А для организации вещания радио было дано задание установить помимо города Якутска не менее 15 громкоговорителей в селах Намцы, Покровск, Актемцы и Табага. Долгожданный день запуска первого радиоэфира состоялся 7 ноября 1930 года. Якутяне впервые услышали фразу «Говорит Якутск». Я думаю, что это, наверное, была сенсация мирового масштаба для наших жителей. Живые голоса 20 века. На сегодняшний день это более 30 тысяч аудиозаписей, хранящихся в отделе фонда и звукозаписи якутского радио. Как удалось сохранить такое наследие? С каких пор появилась первая звукозапись и кто стоял у истоков создания этого фонда? В далеком 49-м году Тюнгурядов Захар Тимофеевич выехал в город Москву за техникой, за аппаратурой. И привез под Новый год новую, совершенно незнакомую для нашей республики записывающий магнитофон. И, видимо, после Нового года они уже начали записывать с 50-х годов. И одно из первых – это радиоспектакль. Специально поставили здесь. По произведению Николая Носова «Витя Малеев дома и в школе». По-моему, так. В школе и дома. Да-да. Это, оказывается, было очень известное произведение в те времена. Прогремело на весь Советский Союз. И у нас быстро перевели на якутский язык. И Якутский музыкальный театр поставил это специально для радио. Гостя арифметикатын урогын букатын оңордоп болан карт.
онан үйерәр ұлақанны қағылан еспеді. Теғар кейен кене осколатын сілтерінді ұрап күті. Онуға тұрам мен кенеға мекі мүлішті ама атырам, олылғы барларығыр көсті ғырыты яш, олығын осколатын сілді бәттен әтерер. Итені барытын қата оғылар білен, Ольга Николаевна көстені осколатығыр әне сілтергін ауматты. Жә, сетілік әннеттен мен отча бәрді оқдығын боларым көстен тақсы бұты. Мейгім бары сирегі қараққан не бұттыра, күбігіннар бұттыра. В те времена, ну, сами понимаете, да? Никакого интернета, никакого телевизора. Кино, если привезут, это уже событие. И все узнавали только по радио. И поэтому в те времена было очень много читки литературных произведений. Представьте себе, театру тоже трудно гастролировать. И поэтому тогда записывали очень много вот таких специальных радиопостановок. А потом, чуть попозже, наши осмелели, уже стали делать трансляции прямо в зале там, театра. Ну, там запись, конечно, по-разному записывалась, где хорошо, где плохо. Но самое главное, что они это делали. А если говорить о наших артистах, то с 1955 года первый артист, которого специально записали репертуар для радио и сохранили в фонде, это, конечно же, Дмитрий Ходулов, народный артист Советского Союза. Чолбан сулугом, тоспай, чугаха, арахсыма, аргыстас, айхал, уруй болдун. По воспоминаниям наших коллег, старейших, да, Николая Марковича Жолобцова, который сделал просто огромную работу, который создал каталогизацию, систему, да, вместе с Ульяной Федоровной Лентаховой. Они начали это дело делать с 1964 года, когда Николай Маркович пришел на работу редактором музыкального вещания. Хорошо, что мы застали в свое время Николая Марковича и Ульяну Федоровну. Они непосредственно нам рассказывали, да? Ульяна Николаевна пришла работать к нам в 1954 году. После школы приехала в город, и она, оказывается, была ученицей нашего Кондакова. И он ее устроил сюда работать. Через некоторое время она стала заведовать фонотекой. Вот так они начали создавать каталог и вести журнал регистрации фондовых наших пленок. В золотом фонде также хранятся записи, переписанные с грампластинок. Одна из них принадлежит творчеству известного народного певца, исказителя Аланхо Устину Нахсорову. Творчество Устина Нахсорова было, конечно, известно в свое время. У нас в архиве есть песня, которая называется «Улука Юкюне». Эту песню он спел в Москве в 46-м году во всесоюзном праздновании первого года Победы. И это запись с грампластинки. XX век подарил искусству Якутии еще одно имя – Екатерина Захарова. Она была одной из первых звезд на небосклоне якутской оперы, а ее редкий голос еще при жизни называли якутским жаворонком. К сожалению, жизнь талантливой певицы оборвалась слишком рано, и из ее репертуара чудом сохранилось несколько песен. Пластинку сохранили совершенно случайно любитель или поклонник из Вилюйского уза. И он принес эту запись в 80-м году или в 90-м году Николаю Марковичу.
И оттуда с этой пластинки переписали, успели. Хорошо тогда еще вот эти были, как там, проигрыватели-то, помните, наши детские? Вот прямо с этой пленочки они засняли на магнитофонную ленту песни. Вот так вот. Такая интересная история есть. Как говорит Александра, фонд – это кладезь известного и неизведанного. До сих пор можно обнаружить неописанные записи, связанные со становлением якутского народного творчества. Я вчера, когда просматривала, да, обнаружила, я знала живую Елену Николаевну Чарпыкову, да, как участницу художественной самодеятельности. В мои молодые годы она уже была человеком достаточно пожилого возраста, она пела народные якутские песни, тоюки, да? Ну, естественно, там она во славу партии и коммунизма, да? Ну, такие времена были. Оказывается, Елена Николаевна пела свою первую песню на радио в 50-х годах еще молодой девочкой. У нее номер 108, а последняя ее запись, знаете, какая? 83-го года. Сколько лет она периодически приходила здесь, свои песни записывала. Представляете, человек всю сознательную жизнь пропагандировал народные песни. Да? Слава Богу, во время перестройки она создала первое в республике ансамбль тоюксутов. И они первыми стали ставить, скажем, да, коллективную ломку. Через фондовые записи радио можно почувствовать не только атмосферу прошедшей эпохи, но и проследить истории жизни людей, творивших во имя развития культуры Северного края. Голоса известных личностей – это, пожалуй, один из самых востребованных и уникальных материалов. И я всмотрела вот каталог и узнала, что, оказывается, впервые вот выступления писателей стали сохранять 1963 года. Они, конечно, до этого выступали, говорили, читали свои произведения, но в прямом эфире. Ну и за недостатком средств, понимаем, да, в те времена, ничего не сохраняли. В 1963 году впервые, наконец-то, была записана передача поэтов, которые сами читали свои произведения. Это Леонид Попов и Петр Табуроков. Капкара бурвалак, карманан барахот, сухумнур эрюспер, сувулла уғынна. Калабын кытылбар, карьятыялар бар, оттон минонну бар. Олар бардылар. Қап қары бұрғалақ, қармаған барақуат, мен олбын, мен күспін, бәдірақ білжәдже. Мен әдер әртчім мен, мен әдер әрәлбін, мен келер кәскілбін, бәдірақ білжәдже. Қап қары бұрғалақ, қармаған барақуат, бәбін үлжәрә, мәлейбет білеген, мен бәм омнығар, Билигин бардылар, мин кыхым олбунун, мин келбит солбунан. Уягас сүрәктен, уаллақ кыс оғыбын, улахан суолунан, уруйду қалабын, қап-қары бұрвалақ, қармаған барқот, суғын нур әрүспер, субулла ұғынна. Вот, например, я хочу привести в пример Марту Георгиевну Михайлову. Она была очень известным человеком в свое время, ну, скажем так, в конце 20 века, так получается. Особенно в 80-е годы. Это преподаватель Якутского государственного университета, кандидат филологических наук. Она очень часто у нас выступала. И начинала, оказывается, она с детской редакции, как раз школьникам вот, о литературе Якутии. Вот передача ее стоит. А потом она стала уже развиваться, уже стало называться «Мой край, воспетый русской музой», а потом уже с Якутском связанные судьбы. Мир полон красоты и печали.
Именно это странное чувство красоты и печали всегда вызывает во мне она, прекрасная, строгая женщина с какими-то удивительными, крылатыми, как говорил Блок, глазами. Я хорошо знаю ее и так люблю слушать ее голос, смех, наблюдать за четкими движениями ее отточенных, красивых рук. И вдруг в какое-то мгновение возникает мысль, но ведь она совсем другая. Мягкая, задумчивая, такая доступная, простая, она совершенно неожиданно может, гордо вскинув голову, превратиться в неприступную красавицу со слепительной победоносной улыбкой. Любовь к своему делу и служение, беззаветное служение ему. Всегда некогда, всегда бегом, всегда думаешь о том, что впереди, какая музыка. Передачи, вот не зря они сохранены у нас в фонде. Эту передачу можно слушать всегда, постоянно. И самое главное, вроде бы эта передача литературная, а на самом деле она знакомит с историей нашей страны. Время неумолимо несется вперед. Одно поколение сменяется другим. Внедряются новые технологии, но Золотой фонд радио продолжает нести свою главную миссию – сохранять и пополнять. В те времена все радио работало как бы для фонда. Операторы переписывали, записывали с пленки старой на новую пленку по техническим требованиям. Да? Это раз. Два. Редакторы создавали передачи. Певцы, хор, оркестр свои произведения, свою работу. Но это была плановая работа идеологии. Да? Тогда же все... по коммунистическому воспитанию шло планово. А сейчас совершенно другие требования, другая работа. Все, что поступает, идет через вот этот компьютер, и я распределяю, да, на сервер, на резервный фонд. Все, что приходит на базу, работа наших сегодняшних редакторов, авторов передач, по-простому, если сказать, сортирую их, да, по категориям, по персоналиям, по авторам. Вот такая работа ведется. Действительно, фондовые записи часто используются не только на радио, но они востребованы и на телевидении. Ведь человеческий голос, записанный на магнитную пленку, может поведать нам о многом. Когда в документальном проекте «Хранители времени» шла подготовка фильма о народном поэте Семёне Петровиче Данилове, то именно голос самого автора внес особую притягательную силу. Қассасаға есәбірдәк болын тылдың, күнің сірін таптан, ұллабыт боллаққына, күн ағайы, күні күтті әнтілден. Следующая фондовая запись стала своеобразной находкой в драматургическом решении фильма о легендарном летчике Валерии Ильиче Кузьмине. Я всегда люблю старинные народные песни. Вот вспыхнуло утро румянец свободы, над озером быстрая чайка летит. Конечно, я все время беспокоилась за его жизнь. Каждый его вылет – это мое беспокойство. Все в небо смотрело, летит ли он или нет. Он, между прочим, мне помашет крыльями, когда летит. Я уже узнаю, что значит «летит». Мой сокол домой. Чувствуешь, как время идет совершенно. И когда слушаешь старые передачи, казалось бы, да, записаны 30, 40, 50 лет назад, я даже могу сказать, где режиссер отвлекся, где оператор не в ту сторону посмотрел. Потому что это, когда вот сейчас компьютерная запись можно легко исправить, а там нет. И мы теперь
иногда вот сидим и исправляем, говорим, ох, говорим, опять, говорю, куда-то голову повернул у нас режиссер уважаемый, думаю, а тут рукавом задел, все видно, а тут, говорю, у человека, видимо, ну тогда же прямо как бы в прямом эфире записывали, но без остановки получается, да? А тут у человека немножко охрип, но смело пошел дальше. А тут у него даже стул заскрипел, видимо, человек заволновался. Вроде, да, сколько десятилетий прошло, все слышно. Какие записи и голоса 20 века продолжают вызывать интерес в наше время? Очень всех интересует голоса участников войны. Вот много-много я их тоже нашла. А потом, значит, опять же сегодня просили выступление детей войны. Обычно спрашивают исторических личностей и событийные. Самое интересное то, что за последние годы, в связи с тем, что у нас цифра пришла, очень многие передачи же сохранились, где люди 80-х, 90-х годов, да, диких 90-х годов, как мы тогда жили, это все здесь у нас есть. Есть люди, которые совершенно неизвестны, но в то время они были как бы зачинателями, новаторами и начинали, возрождали культуру. Ехал казах на чужбину, далеко-далеко, коне на своем вороном. Он свою родину набег и покинул сам, не вернулся отеческий дом. Он свою родину навеки покинул, сам не вернулся отеческий дом. Напрасно казачка его молодая, утро и вечер на север глядит. Напрасно казачка его молодая, утро и вечер на север глядит. Я думаю, что пройдет некоторое время, и интерес будет обращен и к ним, так же, как сейчас люди обращаются по поводу своих дедов, отцов. Я думаю, у нас впереди очень большая работа, потому что народ наконец понял. Голоса 20 века. Они продолжают жить и передавать атмосферу своей эпохи. А документальный проект «Хранители времени» будет возвращаться к ним вновь и вновь, чтобы не прервалась нить времен.